Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Резкий скачок доллара и нефти. Кризис начался. Как новый курс рубля скажется на ценах и инфляции? Друзья, хоть наши власти и говорили вначале, что выход из ОПЕК и скачок доллара только положительно скажется на нашей экономике, но нет. Вот уже первые ласточки с конкретными цифрами. Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, обувь и одежду. Уточняется, что импортируемые в России товары могут подорожать в пределах 10-35%, в то время как цены на производимые внутри страны товары международных компаний повысятся не более чем на 10%. Но 10% так-то тоже довольно-таки немало. К примеру, для того же пенсионера, у которого каждая копейка на счету. По мнению начальника отдела инвестиций БКС Брокер Нарика Авакяна, стоимость электроники может повыситься на 20%, а лекарственных препаратов на 10-15%. Как считают специалисты, больше всего вырастут в цене детские товары. В то же время эксперты отмечают, что импортозамещение в России дало результаты, особенно в сельскохозяйственной продукции. Благодаря этому инфляция не превысит целевого значения в 4%. Друзья, я согласен, что 4% это не 20%, но все же я не беру теперь пенсионеров. Думаю, что никто из нас не готов и не хотел бы даже такого подорожания. При сохранении текущего курса рубля стоимость жилья может увеличиться на 10-15%, сообщил генеральный директор СК «Перспектива» Михаил Иванов. По его словам, быстрее всего на изменение конъюнктуры отреагируют новостройки. Также эксперты сообщили, что после ослабления курса рубля стоимость авиабилетов за границу может вырасти на 10%. Также автопроизводители АвтоВАЗ и Рено заявили, что рассматривают возможность корректировки цен из-за обвала рубля. По оценкам российских автолидеров, цены на машины могут вырасти на 7-8%. Так что, друзья, придется опять подзатянуть пояса. Только боюсь, что они и так уже затянуты по самый позвоночник. А за все это спасибо, можно сказать, нашему правительству. Что думаешь об этом? Если вам было интересно смотреть данный материал, то рекомендую вам подписаться на этот канал и нажать на колокольчик. Обязательно ставьте палец вверх, если вы хотите видеть больше подобного материала. Спасибо за поддержку канала. Мне очень приятно.